Технострой Олимп. Скидка 5% покупателям с ипотекой. Депутаты городского поселения Клин солидарны с жителями Клинского района. На очередном заседании они единогласно поддержали решение клинчан об объединении поселений в единый городской округ. Кроме того, повестка дня включала еще три вопроса: изменения в уставе городского поселения, передача части имущества из района городу, закрепление мест для массовых встреч депутатов с избирателями. Но все же главное – поддержка решения публичных слушаний. Они прошли в каждом сельском и городских поселениях – Клин, Высоковск, Решетниково. В обсуждении участвовали все желающие жители города. И вот какую оценку организации слушаний дает депутат горсовета, председатель Совета ветеранов Леонид Иванович Ихнев. Присутствовали более 350 человек на этих слушаниях. Все активно участвовали. И что характерно, что задано было очень много вопросов, и ни один из присутствующих в обсуждении не дал такого отрицательной оценки данной инициативы главы. Поэтому я прошу всех депутатов проголосовать за данное решение. Депутаты поддержали жителей. Итоговую резолюцию направят в районный совет депутатов. А уже их финальное решение в качестве законодательной инициативы в Московскую областную думу.